Заместитель председателя правительства республики Абубакар Мирзоев с инспекционной поездкой побывал в Сунжинском районе. Одной из осмотренных дорог стала федеральная трасса «Кавказ» и внутренние дороги «Орджоникидзевская-Назрань». Завершая поездку, Абубакар Мирзоев провел совещание с руководителем «Ингуш-Автодор» Русланом Магушковым. Посмотрел состояние дорог. Сейчас что необходимо? Сейчас здесь у нас присутствует и руководитель дорожного эксплуатационного участка. Да? Есть по району ответственные, тоже есть. Что необходимо? Вся дорога сейчас мокрая, идет мокрый снег. Если где-то к 3 часам у нас будут сводки гидрометра, если мороз ударит, просто будет ледяная корка, соответственно, и аварийные ситуации на дорогах. Каждый, чтобы на своем месте отдежурил, на чеку были. Вся техника, вся машина, пескоразбрасывающая техника тоже должна быть загружена и быть наготове. Заместитель председателя правительства обратил внимание работников «Автодора» на то, чтобы дорожные работники при осмотре выявляли места скопления дождевой воды, покрытия, а также общую загрязненность покрытия проезжей части. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».